remained at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Всем привет! Мы продолжаем проходить Хогвартс Легаси. Это у нас вторая часть. Я допрошел до момента, где мы в прошлый раз остановились, потому что там было 6 минут. Но на самом деле не 6 минут, там катсцены в основном здесь 6 минут, и они пропускаются. Поэтому я спокойно сюда дошел. И теперь мы продолжаем делать то, что делали в прошлый раз. Проходить Хогвартс Легаси. Я понизил настройки, по крайней мере, игры. То есть с ультра на высокие, в принципе, это меня устраивает. Вот если бы были средние, это меня бы не устраивало уже. И все вроде стабильно, все хорошо, поэтому радует. Мы, по-моему, видели еще, да? Сейф номер 12. Благодарю вас. Па-па-ра-па-па. Вот сюда мы уже не заходили. Сегодня часовая серия, если что. Как думаете, что именно нам нужно здесь искать? Там не знаю. Сэр, вы не могли бы... Порядок доступа к сейфу номер 12 обязывает меня впустить сюда владелец ключа, после чего закрыть дверь. Постойте. Желаю удачи. Профессор? Да уж, неожиданный поворот. Дайте подумать, здесь наверняка что-то... пожалуй... Ревелио? Да именно, проявляющие чары, самое время вам их освоить. Давайте поглядим, что тут на садках сокрыто. Берите палочку и сосредоточьтесь. Чё? Зафиксируйте свою палочку с помощью мышки. Типа... И направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующие кнопки при появлении подсказки. Это как в первом Гарри Поттере, только получше, поинтереснее. Ну-ка, давай, попробуем. Колесико, что ли? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я не ожидал, погоди. Нормально. Прикольная штука, мне нравится эта головоломка. Не головоломка, как мини-игра. R, чтобы использовать реликвии. Ревели. Вон там, там что-то есть. Подойдите ближе и попробуйте повторить чар. Какая-то дверь. Уже что-то, здесь снова тот символ. Вы часом не знаете, как ее... Знаю, профессор, этот символ светится так же, как и с футляр с порталом. Коснуться? Если то, что вы увидите, указывает нам путь, думаю, совсем скоро мы раскроем секрет этого сейфа. Идите. Портал? Люмос. Это не просто сейф. Подозревая, чтобы выбраться отсюда, придется потрудиться. В каком смысле потрудиться? Думаете, это какое-то испытание? Да, но для чего оно задумано, я не знаю. Держитесь рядом. Если что-то пойдет не так, трансгрессировать отсюда не получится. Это как-никак Гринготс. Где фоторежим? Вот это? Нет. Что это такое? А, не, не надо. Наверное, N, как обычно. Если что. Надо найти кнопочку просто этого всего. Ну, сначала давайте пройдем тогда вступление, а потом уже будем кнопки искать. Хотя, да, это N. А нет, это не N. Я нажал N, он у меня сохранение выдал. Тогда не знаю, как делать скриншоты.
немножко бывают призы, но это ладно, не страшно. I see something up ahead. Впереди что-то есть. What is it? Что там? That glow again. Снова это свечение, но теперь на полу. Исследовать. Люмос. Что произошло? Стоило мне приблизиться к этому свечению, как оно заклубилось вокруг меня. Вы в порядке? Да, сэр, в полном. Вы что-то сделали, и пол изменился. Это статуя. Статуя? Я вижу какую-то статую, но только как отражение в полу. Статуя? Я думал, человек под водой. Полагаю, ее отражение вы видели. Да, и оно по-прежнему на месте. Вот только смотрят они в разные стороны. Подождите, когда вы отошли, отражение повернулось. Может, вам применить люмос? Так, ну-ка. Ага, ну это легко вроде. Куда? Сюда. Ага. Вы изучили световые чары Люмус, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмус освещает кончик вашей палочки, волшебной палочки, и помогает исследовать темные места. Чтобы один. Люмус. Well done. Отлично. Теперь отражение повернуто ко мне. Оно и в самом деле реагирует на свет, то есть сюда надо смотреть. Ой, это не бой случайно? Берегись, да, кью-кью! Акцию! Десенто! Левиоса! Ни хрена ты там расхидрачуешь. А как это? Кью, что ли? А, кью, понял. Ни хрена себе. Тихо. Они как-то очень резко атакуют. И сколько их тут будет? Забрал. Я привык уже. Все? Не отходите! Так я справился нормально вроде. Справился. Ну, короче, я за ее выиграю. Говорить от ее имени. Один. Профессор, где вы? Плохо дело. Куда мне идти? Что происходит? Похоже, эти волшебные огоньки меня куда-то ведут. Ну, мы за ними и пойдем. Снова это свечение. Так вот, куда они меня вели. Логично. Надеюсь, не придется драться с кем-то опять. То я пока не готов к этому. Кажется, придется обходить. А если по одному? А чего? Ага. Похоже, выбора нет. Придется сражаться, чтобы выйти отсюда. Я забыл, как кью-кью. Ну, это изи. Столбеней. Студифай это столбеней?
Удержите Q во время применения протега, чтобы контратаковать. И оглушить врагов заклинанием особо, так и делай вроде. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Я, по-моему, так и делаю. Блин, очень тяжело, ничего не видно, ни хрена. Один. Три раза опять будет. Огоньков нету, кстати. А, есть. Да ну, так человек ни один не будет бегать. В такой ситуации. А что там В было? Найдите профессора Фига. О, это врата, как в этом, в который улетел Сивирус. Блин, красиво. Очень красиво. Ну, по-любому, к чаше. Отсюда что-то надо кадр какой-то брать, потому что, наверное, не знаю. Это зелье удачи? Вот вы где! Как вам? Что это за место? Я не знаю, но вот это висело в воздухе над этой чашей. Ну, на той, неважно. Это не просто чаша. Это омут памяти. В нем можно увидеть воспоминания. А, значит, там воспоминания. Интересно. Давай омут памяти так сфотографируем. Делайте, как я. Это кто? Дамблдор? А это такой? Все готово. Рэк какой-то. Боюсь даже слишком хорошо, что если путем, который мы создали, будет невозможно пройти. Невозможно это будет лишь для тех, кто не видит следов древней магии, которой вижу я. Твоего дара видеть то, что не видят другие, будет недостаточно, Персиваль. А, Персиваль. Мы веряем тому, кто вступит на этот путь, могущественные тайны, которые ради этих знаний многие пошли бы на все. Да, Чарльз. И если вы правы, весьма ведьмы или волшебники, которые пойдут на эти испытания, тем самым докажут, что достойны и этого знания, и ответственности, которую оно возлагает. Мы сделали все, что нужно. Что значит? Так вот что вы видите? Свечение. Как вокруг них. Да, сэр. Поразительно. Я что, вижу магию? Есть точнее следы древней магии. Магии, в существовании которой Мириам была так уверена, но не сумела доказать, наверное. Видеть не могла тоже, может быть. Мириам, а возможно и Джош погибли, желая отыскать знания столетиями остававшейся тайной.
И похоже, именно вы способны пролить свет на причины их гибели. Мы бы... Странно, только что тут все совсем было иначе. Кто-то идет. Кто это был? Не знаю, но, сэр, вам сюда нельзя. Я был прав. Ранрок. Похоже, моя репутация опережает меня. Я уже начал думать, что никто никогда не посетит хранилище Рекхэма. А что ты здесь забыл? Покой. Просто отдай мне то, что ты здесь нашел, и забудем былое. Не. Сэр, у них был ключ от сейфа. Подумай хорошенько, что имя ты сейчас скажешь. Я лишь хотел сказать, что порядок доступа к сейфу номер 12 обозначен четко. Сэр, я вынужден настаивать. Я вправе допустить в сейф лишь того, у кого есть ключ, а у вас его... Терпеть не могу предателей. Так о чем мы? Кажется, он тебе все правильно сказал. Ты ничего от меня не получишь. Ну ладно. Быть может, твоя юная спутница окажется разговорчивее. А можно свалить отсюда? Это потому, что он нарушил, да? Бежим, да, вон портал открылся. Ты чё ты стоишь? Я знаю, как отсюда выбраться. Профессор! А зачем так держаться надо было? А! О! Усмехается? Что? Вы в порядке? Он не усмехался. Да, сэр. Впервые сталкивался с настолько могущественным гоблином. Моя магия не... на него даже не действовала. Где мы? Не может быть. Хогвартс? Похоже, те, кто оставил здесь омут памяти, создал этот медальон и такой хитрый способ до них добраться. Хотели, чтобы кто-то с вашими способностями оказался в этом месте. Идемте. Нас еще ждет церемония распределения. Это Хогвартс реально лол. А, музыка эта. Красота. Блин, этот кадр я везде видел. Просто везде. Я не могу его не сделать, поэтому ладно. Ну так даже лучше будет. Там луна так перекрывается немножко. Я долго это было. Мне кажется, немножко затянули они с этим названием. Где мой... А, вот он телефон. Все красиво, все просто красиво. Ай-яй, что такое? Это что такое? Да не прогрузился левел. О, славно, церемонию распределения мы еще не пропустили. Не то чтобы я много в этом понимал, но кажется, так будет уместнее. А теперь можно как можно скорее заняться этим медальоном, но сперва известить министерство.
Надо сообщить им о том, что произошло с Джорджем. И... А пока прошу вас никому не рассказывать о том, что мы с вами сегодня пережили. Разумеется, сэр. Спасибо. Ну что, готовы к церемонии распределения? Финиас, Найджик Блэк. Мужайтесь, вам предстоит знакомство с директором. Prepare yourself to meet the headmaster. Фиг. Все-таки снизошли до нашего общества. Церемония отбора уже завершилась. У нас возникли затруднения. Похоже, что ситуация... довольно. Гоблины, слухи меня не интересуют, Фиг. Не интересуют остатками моего терпения. Какой он это заносчивый такой. У вас есть еще некоторые шансы пройти распределение? Какой-то заносчивый такой, видите, противный голос у него. Поосторожней с ним, что-то вроде. Я пропустил титр. А я думал, он больше как-то. Профессор Уизли! Профессор Уизли, оказывается, мы распределили не всех. Добро пожаловать! Вы как раз вовремя. Присаживайтесь. Опа! Ну, это надо делать. Это можно как раз на превьюшку пустить. Я не знаю, там много чего может пустить на превьюшку. Что будет лучше, то я пущу. О, надо же! Ты постарше остальных, не так ли? У тебя уже есть свои предпочтения и предубеждения, некоторые ожидания. Бля. Тут тест, да? Ну ладно, это интереснее даже. Окей. Начать учиться или скорее... Ну, хотел бы больше заклинаний знать, наверное. И если уж так найти, думать, вот если не об игре именно, то что там много исследований Хогвартса, то, скорее всего, я хотел бы начать учиться. Мне очень хочется поскорее познакомиться с преподавателями, научиться в Хогвартсе всему, чем возможно. Хогвартс можно немало дать усердным ученикам, а знания, полученные в классе, подготовят к трудным задачам и за стенами школы. Любопытно. Я что-то чувствую тебе, некую черту характера. Какую же? Ну-ка давай, вопрос опять. Мне интересно. What is it? Амбиции, блин. Это да. Ну, вот эти три мне подходят. Отвага такое у меня, да. Ну, любознательность я не сую нос, туда такое не нужно. Так, это еще дурак, что ли? Верность, ну, в принципе, да, но в то же время... Если человек говорит, херню творит, то это все. Амбиции, наверное. Амбициозность может показаться, что меня не интересует ничего, кроме моей цели, но я считаю, что что-то там... Интересно, недавно тебе открылся редкий дар. Я чувствую тебе растущие амбиции и жажду власти. Нет. Власти нет никакой. Хотя, может, чуть-чуть. Возможно, твое место в Слизерине? Что? Погоди, что? Спросите, шляпа учтет ваши предпочтения при выборе факультета. Ладно, окей, выбрал другой факультет. Ты чё, охерел, что какой Слизерин? Как там, только не Слизерин? Только не Слизерин. Терпением, блин. Терпением. Каким нахрен терпением?
трудолюбие и преданностью. Это пофиндуй. Нет, короче, мы берем Когтевран, потому что вообще не самые умные же вроде как. Смекалка, творческий подход, находчивость. Про меня, в принципе. Я не знаю, почему меня сюда отправил. Как мне попасть было в Когтевран? Все, Когтевран. И любознательность имеется. К тому же ты быстро учишься. Да, давай вот это. Какого хера меня в Слизерин отправили? Вы чё? Твоё место в Когтевране! Ум самое важное! А чё другие-то радуются? Я же в итоге попал в другое место. Или типа они такие давали дань к нам? Ах да, и ещё кое-что. Только прошло весной во время финального матча, по фейсу произошёл несчастный случай, в этом году все соревнования отменяются. Тихо, можно подумать, я запретил все полёты вообще. Хотя ещё не поздно. Ученики обязаны прежде всего думать об учебе. Что ж, перед завтрашними занятиями у вас всех наверняка еще масса дел. Я сказал, перед завтрашними занятиями у вас всех наверняка еще масса дел. Эффектное появление. Давайте познакомиться. Я... Профессор Уизли, будьте любезны, сопроводите наше неожиданное пополнение в соответствующий там... Конечно, сэр. Так вот, как я собирался сказать, я профессор Уизли. Рада знакомству. Приятно познакомиться, профессор. Моя почетная обязанность как заместитель директора проводить вас в вашу гостиную. Нам сюда. А остальные? В смысле? Я, кстати, никогда не знал, как выглядит гостиная Когтевранна. Начинать обучение сразу с пятого курса крайне необычно. Вам предстоит многому научиться. Впрочем, уверена, вас это не пугает. Это так, профессор. А вот и вход в гостиную Когтевранна. Чтобы войти, нужно отгадать загадку. Охерительно. Боюсь, тут я вам не помощница. С загадками у меня всегда было неважно. Зашибись. Мы не попадем в гостиную. Кто прожил больше, призрак или полтергейст? Призрак или полтергейст? Потустороннем существе нельзя сказать, что оно жило. А, вот так даже это решается? Охереть, надеюсь, мне потом это не будет. Отлично. А теперь советую вам как следует выспаться. Завтра у вас очень важный день. Утром я приду, чтобы проводить вас на первый урок. Спасибо, профессор Уизли. Не за что. Надеюсь, ваша первая ночь в Хогвартсе пройдет спокойно. Приятных снов. Катсцен, конечно, хрена. Опа, вот такое тоже надо сделать. Красивый все-таки Хогвартс, блин. Надо же, кто-то построил его же. Он же есть в этом... Реально же. Или нет, стой, погоди, что-то, может, запутался? Похоже, все ушли. Надо поспешить в гостиную. Блин, прикольно. Вот как Тевран выглядит, да? А что там на пятом курсе-то было? Какие предметы? Так, секундочку, я хочу посмотреть все-таки, как делать скрины. Двигаться, типа прыгнуть, ла-ла-ла, вниз лететь, идти, ускорение, чё? Сортировать сделает... Когтевран, по-моему, написано. Ускорение, рывок, взлететь, долезть, слезть, показать управление, что? Взаимодействовать, основное заклинание, исцелить, ревелио, компактный... Компасный путь к цели, прицелиться, привязать, протега, уклониться, активировать древнюю магию, заклинание 1, 2, 3, 4, бросок древней магии, быстрое перемещение, пункты ждать, предыдущая карта, что, какая карта предыдущая, руководство. Круговое меню инструментов,
инвентарь, снаряжение, испытание, задание, карта, коллекция, совинная почва, выбрать заклинание, таланты, настройки, управление тварями, выбрать иноземное, верховое, выбрать метлу, опция, пропустить, отменить, двигаться ближе, дополнительные правила, подтвердить спасение, какое спасение. Преименовать тварь. Блин, название такое странное. Это, видимо, зелье и травология. Ткацкий станок. Что? Трансфигурация. Вращать по часовой стрелке. Вращать против часовой стрелки. Салхамуры. С телескопом. Чё? Шлёпнуть. Хорошее. Испытание связанных палочек. Навигация по меню. Инвентарь. Задание. Я не вижу этого. Лол. Тут что, нет фоторежима? Тут же был фоторежим вроде. Да. Ладно. И куда? Наверх? Хорошо, что можно вот так ходить. Это уже радует. Главное выбрать момент. Гостиная как-то рано так выглядит. Да, я тоже хотел посмотреть бы. Как же охерительно. Блин, мне странное чувство, что мне не сказали, как делать скриншот. Полагаю, нужно представиться. Что так ярко-то? Секунду, смотри! Фу, что это такое? Кто-то бросил навозную бомбу, пойдем отсюда. Не совсем то, чего я ожидал, ну что ж, поделать. А что ты, собственно, ожидал? Я просто хотел разрядить обстановку. Впервые учебный день когтевранцы обычно жутко нервные. Кстати, я Эверетт. А тут ты откуда спокойнее, чем многие из них. И это после таких приключений на пути сюда. Кстати, я Эверетт, а ты куда спокойнее, чем многие... Ага. Но вообще немного нервничаю, давай. Было действительно страшно, я и так не могу успокоиться. А тут еще переживания перед началом учебы. Да не переживай. Что со светом? Честное слово, тут не о чем беспокоиться. Большинство профессоров строгие, но справедливые. Даже меня до сих пор не отчислили, хотя мои шутки не отчет там. Постой-ка, ты сказал, большинство строгие, но справедливые? Да. Но тебе лучше будет составить свое мнение на этот счет. Я-то частенько испытываю их терпение. Ну, я пойду, пока не поняли, что именно бросил навозы бомбу я. Меня тоже, Эверетт. Приятно было познакомиться, видимо. Что было со светом? Что это такое было? Блин, пожалуйста, скажите мне, как делать скриншоты. Я хочу сделать скриншоты, это очень красиво. Ладно, я после того, как запишу, короче, сделаю это. А, не с той стороны. Они очень быстро говорят еще. Тоже не очень. Амит. Ну, просто гениально, можно было задуматься. О, привет! Хочешь взглянуть? Давай. Это же телескоп, это круто очень. Только днем это очень интересно. Днем мало что разглядишь, разве что крупный... Нет. Как Сириус, Канапус, что-то.
Я Ами, добро пожаловать в Коптевран. Никогда раньше не встречал человека, видевшего дракона так близко. Честно говоря, не советую повторять. Приятно познакомиться, Амит. Значит, любишь астрономию? Да, я тоже. О да, благодаря звездам можно было столько всего узнать. А еще ночью на башне под открытым небом так хорошо, это очень бодрит. Астрономия тебе наверняка полюбится. Профессор Шарк очень много про нее знает. А, ну звезды — это очень круто, да. Надеюсь, я буду изучать астрономию. По-моему, очень интересная наука. Тогда я тебя обрадую, ты точно будешь изучать астрономию, ведь это обязательный предмет для всех, пятикурсников. Ага. Тебе наверняка понравится на башне. К тому же ты даже не представляешь, что можно увидеть в небе, если телескоп хороший. Без таких нету. Значит, увидимся на занятии. Конечно, кстати, об учебе. Мне пора бежать на первый урок в этом году. Прямо не терпится вдохнуть запах свежего пергамента. До встречи! Ну, беги. Ладно. Что это такое? Нормально, вместе с огрызком. Хочу его идеально разместить, чтобы ему понравилось, но никак не могу подобрать такое место. О, великие золотые плюй-камни! Как бы я хотел, чтобы он здесь прижился! Что еще за золотые плюй-камни, Тигра? Это у меня такое выражение. Я привела этот росток бедьяна из дома и ужасно хочу, чтобы он был здесь хорошо. Бедьян — удивительное растение, правда? Вроде маленькое, обладает такими мощными характеристиками. Думаю, уже понятно, что я увлекаюсь растениями. Приятно познакомиться, я Саманта. Я не люблю это. Приятно познакомиться, Саманта. Бедьян ведь использует для приготовления рябинового отвара, да? Точно, я смотрю, кое-кто решил заранее подучить зельеварение. Вообще-то я-то профессор Фикер сказал мне про рябиновый отвар. Понятно, я слышал, что он занимается с тобой перед началом учебного года, занимался. Профессор Фик загадочный человек, он предпочитает теоретический предмет, но, похоже, немало знает и о практической магии. Ну да, он много знает, он же этот, там, из министерства, по-любому много знает. Профессор Фик и правда довольно много знает о различных видах магии. Ну, надеюсь, он рассказал тебе не только о рябином отваре. Тебе здесь много нужно наверстать. А что многие ученики самостоятельно выращивают ингредиенты? Так, это мне, кстати, не очень нравится. И часто ученикам приходится самим выращивать ингредиенты. Да, более того, профессор Честно Наук, который преподает травологию, это поощряет. А профессор Шарпа, наш преподаватель зельеварения, вряд ли волнует, где мы будем берем ингредиенты. Ему, наверное, чтобы зелья были хорошие, скорее всего. Пофиндуется, да, ну, допустим. А мне казалось, травология увлекается пофиндуется, а не тевранцы. Обычно да, но в моей семье травологию любят все. У нас дома повсюду растения. Так что в этом плане я, можно сказать, держусь корней. Понятно. Было приятно познакомиться с тобой, Саманта. Удачи тебе с твоим растением. Спасибо, и тебе удачи в первый день. Эй, новенькая, я с Коктеврана. Профессор Уизли ждет тебя за дверью. Поторопись. Звездное небо на потолке, прикольно. Прикинь, как это ночью классно выглядит. Это что такое, нимбус? Тихо ты. Я кайфую. Кайфую. Здесь можно сохраняться просто так теперь уже? О, зашибись! Можно. Это самое новенькое, да, это я. Вниз. Ну, люди не бегают. Здесь еще можно было бы ускорить шаг. Блин, ладно. Доброе утро. Надеюсь, вы готовы к первому дню в Хогвартсе? Я давно мечтаю об этом дне. Даже не верите, что я наконец-то здесь.
Ну и все же мы здесь. Так что ловите момент. Первый день в Хогвартсе бывает только один раз. Ваша ситуация уникальна, ведь вы поступили сразу на 5-й курс школы. Придется догонять ваших сверстников в учебе. Опять же, с освещением странно. Тем более, что в конце года вам придется сдавать СОВ. СОВ? Каких СОВ? Это экзамен такой. Экзамен по стандартному обучению волшебству. Их результаты определяют, в какой сфере вы можете работать. Мы долго говорили с директором и департаментом магического образования Министерства магии и придумали нечто весьма необычное, чтобы помочь вам успешно справиться с учебой. Это что такое? Книга? Держите. Что с освещением? Почему все так пересвечено? Это руководство для волшебников. Оно будет следить за вашими успехами в учебе, чтобы вы освоили все, что требуется на 5-м курсе. Это крайне полезные пособия. Советую им не пренебрегать. Что так ярко? Спасибо, профессор, но что значит будет следить за моими успехами в учебе? Возможно, будет разумнее сразу показать вам, как это работает. Идемте, опробуем его на практике. Вот как должно быть. А там что-то очень ярко, причем освещение непонятно откуда вообще. В руководстве вы найдете подсказки, которые помогут вам освоить некоторые заклинания и узнать больше о волшебном мире. Как же херено все сделано. Освещение что-то, да, тупит очень сильно. Вот что это? Что так ебашит? Во время моей учебы такое руководство пришлось бы очень кстати. Опять что? Что тут херачит? Попробуйте наложить ревелио на эту скульптуру и узнать, что пишет о ней руководство. Ревелио, ревелио, ревелио. Ты Р, что ли? Этот бюст, созданный в честь факультета Когтеврана, находится в высокой башне Когтевран. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Берите страницу руководства в Хогвартсе, один из двух. Это единственный способ заработать очки опыта FP. Это ваш уровень волшебства. Опыт XP, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. В смысле? А, мышкой надо? Набрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут и специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Как его открывать, я забыл. Clever, isn't it? А, через escape, допустим. Вот это у меня открыто тут что-то. Вот это. Очки. Очки с регалиями Хогвартса. Ну, я не вижу, где я тут... Ой, что-то карта мне не нравится вообще. Ладно. Что он там сказал? Ловко придумано, да? Будьте внимательны, чтобы не упустить возможность узнать больше о замке и окрестностях. Я что-то ебану... Ну, серьезно, это очень странно выглядит. Вот отворачивают, там начинает пересвечивать очень сильно. Причем свет откуда-то оттуда бегачит, где нет ничего. Ну-ка, блин, погоди.
Во! На высоких чё-то херня как происходит. Но долго не задержитесь, вам ведь нужно на уроки. На высоких не включаем, но, блин, он так лагает. Возможно, нужно перезапускать, если ты высокие поставил. Что такое выявить? Что это? Иду, иду я. А, как раз вовремя. Так что это прекрасная возможность показать вам, как с помощью летучей пламени перемещаться в кабинетах. В ваше руководство есть краткая карта Хогвартса. Откройте его и найдите центральный зал. Открыть карту. И... Так, Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Окей. Выберите лестницы Хогвартса. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета – это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета, ну, видимо, не открыты еще, ладно. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Нажмите, выберите пристройку к библиотеке. Разблокирую для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Окей. Смените, ага. Да, конечно, на ультрах лучи подлагивают. Возможно, нужно перезапускать действительно. Иначе оно глючит. А смысл-то от лучей вообще низшего качества, если она так работает. Мы на месте. Как видите, это очень экономит время. Эта лестница ведет прямо в центральный зал. Допустим. Из центрального зала можно быстро попасть почти в любое место Хогвартса. Вот это охеренно. Здесь всегда людно. Это центр нашего замка, как вокзал Кингс Кросс. Вот это охерительно выглядит. Какой Т? На этом пока все. Сегодня у вас заклинание и защита от темных искусств. А после как можно скорее отправляйтесь в Хогсмит, чтобы восполнить все, что потеряли в пути. Такой Хогсмит, допустим. Профессор, вы говорили о каком-то Хогсмите. В Хогсмите живут только волшебники, и это единственная подобная деревня во всей Британии. А еще там множество чего-то. В Хогсмите вы найдете все, что нужно для учебы. Магазинов, наверное. И сможете пропустить по кружке сливочного пива с друзьями. Расскажите об уроке заклинаний. Чему нас будут учить на уроке заклинаний? Именно этому заклинанию, чарам, проклятием, жутко полезный предмет. Профессор Ронин вам обязательно понравится. Он очень умный и находчивый волшебник. К тому же талантливый преподаватель. Ага, что такое защита темных? Ну, просто отвечаю. Я знаю, что такое. Можете рассказать больше об уроках защиты от темных искусств? Но уроках защиты от темных искусств, как следует из названия, вы будете учиться защищаться себя от сил зла, притащившихся во внешнем мире. Чего? Притаившихся, да. Те, кто хочет стать мракоборцем, должны освоить защиту от темных искусств. Нашим ученикам повезло, что у них столь одаренный преподаватель, как профессор Гирка. Спасибо. Впереди напряженный день, и вам столько всего предстоит выучить.
К счастью, ваши преподаватели согласились помочь вам с дополнительными задачами после уроков, так что вы быстро догоните своих одноклассников. Впрочем, вы так искусно использовали ревилио, значит, боевые заклинания профессор Фиг вам показал. Да, профессор. Он весьма расплывчато описал особые события перед вашим приездом, особенно случившиеся после этого ужасного нападения дракона. Подозреваю, что вам там не просто искали вещи и в Хогвартс окольными путями добирались. Ну, типа того. Но пути сюда мы сделали небольшой крюк. В итоге оказались в каких-то руинах, и... Хотя тут мне стоит промолчать. В каких руинах? Впрочем, ладно. У профессора Фига должна быть есть причина держать подробности в тайне. Вот я о том же, да. Легко налёг на фамилию. Профессор Фиг, вам не икается? Чего? Да вы, похоже, хорошо подготовили нашего новичка по основным заклинаниям. Я едва лишь это моя заслуга, профессор. Похоже, мы имеем дело с редкими магическими способностями. Что ж, я очень рада, что вы оба целы и невредимы. У нас в Хогвартсе отличные лодки и кареты, но почему вы предпочли лететь что-то? Я бы не сказал, что у нас был выбор такой там с драконом. Скорее, это у нас выбрал нас, короче. Ну ладно, поболтали, хватит, у меня урок, так что мне пора. Профессор Фиг, у меня к вам просьба, объясните, как пользуются картой руководства. Разумеется. Спасибо. Удачи. Не забывайте про руководство, оно вам очень поможет. И я буду следить за вашими успехами. Ладно, ладно, все, давай. Хорошо, профессор. Зайдите ко мне сегодня после уроков, и я расскажу вам больше о дополнительных задачах. Блин, какое огромное обучение. Кроме того, нужно договориться насчет посещения Хогсмида, чтобы вы могли там что-то посещать. Давайте на этом закончим. Я тут закончу, пожалуй, потому что время подошло к концу уже. А, надо держать, окей. 52 минуты, это значит конец серии. В принципе, пока ничего не понятно, потому что слишком много всего и много всего придется познавать. Еще меня расстраивает то, что не могу найти режим скриншота, но я думаю найду. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там есть скриншоты, обзоры и саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.